Дождливая и холодная погода внесла коррективы в расписание выходных дней. Внимание! День молодежи официально переносится с субботы на воскресенье. По прогнозам синоптиков, дождей в последний день недели станет меньше и даже выглянет солнышко. А вот какие мероприятия развернутся в Сестрорецком парке, расскажем в рубрике «Афиша». Смотрим! В Клинской детской школе искусств имени Петра Ильича Чайковского 29 июня в 15:00 познавательная программа для детей от Союзмультфильма. Для юных клинчан мастер-классы по мультипликации. Вход свободный. В эту субботу театральный сезон закрывает Народный театр «МИК». В театральной гостиной клуба «Майдановский» прозвучат стихи и песни в исполнении актеров театра. Также в программе отрывки с полюбившихся зрителям спектаклей. Начало в 17:00. Пятый международный фестиваль искусств приглашает в субботу на спецпоказ одноактных балетов в исполнении Сергея Полунина. Начало в 19 часов на главной сцене музея-усадьбы. Погода внесла коррективы. День молодежи в Клинском округе отметят 30 июня в воскресенье. В 13 часов интерактивная программа стартует в Сестрорецком парке. Всех желающих приглашают поддержать спортивные и музыкальные мероприятия, участвовать в мастер-классах и оценить выступления театральных коллективов. Звезда вечерней концертной программы, соавтор и исполнитель песен группы «Руки вверх» Михаил Жуков. Завершит праздник демонстрация фильма «Я худею» в летнем кинотеатре. 30 июня 235 лет отмечает поселок Решетниково. В программе спортивные конкурсы, игры, город мастеров. В гости ждут группу «Ситуационный невроз». Начало праздника в 12 ровно. 30 июня 5-й международный фестиваль искусств торжественно закроет Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета и лауреата международных конкурсов имени Чайковского разных лет. Начало в 19 часов.